dvhub.ru. Могут налагать запрет на отправление транспорта, стоящего перевозки по заказу, с определенных остановочных пунктов более 3 раз в месяц. В принципе, они все зарегистрированы, ну, по крайней мере, значит, у нас нет информации, что они нарушают законодательство, потому что контроль за... Имеют лицензии, да? Да, контроль за данным видом перевозок осуществляет Ространственнадзор сегодня, мы как бы к этому виду перевозок сегодня отношения никого... Ну, я имею в виду, что у нас нет полномочий на их контроль, это федерального органа исполнительной власти в сфере надзора в транспорте, в сфере зарегистрированной контроль. Это сегодня, да, это сегодня предприниматели, которые зарегистрированы в установленном порядке, значит, и сейчас... Законопослушные? Да, ну, в основном, да, конечно. Сейчас они уже все, значит, фактически имеют, приобретают лицензии на перевозки соответствующие. Там в распоряжении правительства остановочные пункты, которые запрещена отправка более 3 раз в месяц, это остановочные пункты, которые совпадают с остановочными пунктами на наших межрегиональных маршрутах, на наших межмуниципальных маршрутах, на муниципальных маршрутах и, соответственно, на межрегиональных маршрутах. Ну, чтобы не было вопросов, связанных, ну, это в том числе угрожает и безопасность дорожного движения. То есть, если стоит сегодня на остановочном пункте под погрузкой автобус, и в это время подходит автобус, который идет регулярно, у которого утверждено расписание, соответственно, да, ну, соответственно, небольшой такой. Утвержденное, потому что, чтобы человек понимал, что я сегодня выйду 10 часов, да, к автовокзалу, мне будет ждать соответствующий автобус со всеми требованиями, значит, безопасности, со всеми требованиями физической защищенности, я сел и спокойно, после деньги спокойно поехал. Конкуренция. Ну, не знаю. Может, а в чем она выражается? К примеру, сегодня автобус по расписанию должен пойти в 7 часов. Ну, образно, да, говоря. 7 часов утра, к примеру, с села Ленинская, да. Так называемые перевозчики по заказу приезжают к этой же остановке в 6:30. Да. Они, видите, у них есть еще, ну, как бы определенные преимущества, они не останавливаются на каждой остановке, да, то есть они не соблюдают это. Ну, я не буду говорить, что там соблюдать скоростной режим. Не знаю. Ну, может быть, это быстрее происходит передвижение от точки А в точку Б, да, чем на рейсовом автобусе, потому что он соблюдает расписание. Отражение правительства, оно сегодня, значит, его правоотношения распространяются на всю территорию области, поэтому... dvhub.ru